Реализация союзных программ – одна из основных расходных частей бюджета союзного государства в 2016 году. К созданию конкурентоспособной на мировом рынке высокотехнологичной продукции для космоса, медицины, энергетики, сельского хозяйства, геологоразведки привлечены ведущие научные коллективы Беларуси и России. У нас нет неуспешных программ, нет. Просто в силу того, что мы так мучительно их каждый раз готовим, так долго, так сказать, вынашиваем. И такой жесткий контроль за их исполнение. Да, потом такой жесткий, что они неуспешные не могут быть. Проведению бескровных операций поможет лазерный скальпель, модернизированный по союзной программе «Прамень». «Прамень» – это еще и светодиодные разработки, применяемые в лечении онкологических заболеваний. В 2016 году стартует новая союзная программа «Луч», в которой будут использованы результаты программы «Прамень». Наши ученые, вот так сказал, Россия и Беларусь, в сочетании с представителями предприятий промышленности, сумели разработать и новые технологии, и элементы на уровне самых современных мировых стандартов. Иммуномодулятор «Лактоферин» – достижение ученых союзного государства. Этот белок обеспечивает иммунную защиту человека. Применение лактоферина не дает побочных эффектов. Ученые считают, что в перспективе лактоферин может заменить антибиотики. Для нужд Белоруссии необходимо так на прикидку 1500 коз только для того, чтобы выделять лактоферин. Мы предусматриваем в третьей программе расширение поголовья. Тем более технология отработана, не представляет большого труда, чтобы размножить это поголовье трансгенных животных. В настоящее время разрабатывается 7 союзных программ. В 2016 году начинается реализация еще 4. Для их финансирования в бюджете союзного государства зарезервировано более 888 миллионов российских рублей. Также в 2016 году предусмотрено финансирование 2 дополнительных программ. Их концепции в данный момент проходят согласование в профильных ведомствах Беларуси и России.